Жителям печально известного дома в Кубеково дали электричество. Люди говорят, если бы не решение суда, замерзли бы незаметно в темноте. Напомним, в поселке несколько семей уже почти полгода жили без света, воды и замерзали без отопления. Дело в том, что двухэтажный дом вместе с 40 жителями выкупил частник. А договор с энергосбытом он, по словам людей, заключать не торопится. Об этом новости 12 канала рассказывали еще в августе. После нашего сюжета к людям выезжали чиновники Министерства ЖКХ и множество комиссий. И вот суд постановил подключить дом к электричеству. Энергетики проложили к нему сети и заявили, что люди могут платить напрямую им, а новый собственник так пока на связь с жителями и не вышел.